Всем привет! И вот наше новое видео. В этом коротком видео покажу, как в один клик или в пару кликов можно открыть сразу много папок. Итак, смотрите за моей мышкой. Нажимаем на одну папку левой кнопкой мышки и нажимаем кнопочку Ctrl. Кнопочка Ctrl должна быть зажата. И дальше левой кнопкой мышки нажимаем на следующую папку. И так повторяем. Теперь нажимаем кнопку Enter. Вот, нажимаем Enter. Кнопка Enter. Все папки, которые мы выделили, они открылись. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До встречи в новых видео!